зовут Ахметова Алма, я выпускница государственной стипендиальной программы «Болашак». Закончила University College London по специальности биотехнолог. По окончании университета я приехала в Казахстан и в данный момент работаю в Центре наук о жизни Назарбаев университет. Сейчас я занимаюсь разработкой полимерных материалов для лечения хронических незаживающих ран. В президентском плане нации «100 конкретных шагов» говорится о развитии инновационных кластеров с размещением научных центров и лабораторий, одним из которых является Центр наук о жизни Назарбаев университет. Я верю, что наш Центр наук о жизни внесет большой вклад в дальнейшее развитие биомедицины в Казахстане. И мы, молодые ученые, приложим все усилия для достижения этой цели.